Сразу о главном. На обращение губернатора Александра Михайлова к руководству компании ТНК BP Management о необходимости увеличить объемы поставок дизельного топлива для завершения сельхозработ пришел ответ. Как сообщил исполняющий обязанности исполнительного директора компании Анатолий Темкин, план поставок на октябрь увеличен на 7 500 тонн. Из них более половины уже поступило дочернему предприятию «Курскоблнефтепродукт». Оставшаяся часть будет доставлена до конца октября – начала ноября.